Итак, мастер Вульф, расскажите нам, пожалуйста, как вы развили в себе такие удивительные способности? Как начался ваш путь? Как вам удалось стать грандмастером Вульфом? Как вы приняли изначальное решение? Или, может, была какая-то ситуация в вашей жизни, которая подтолкнула вас на этот путь? Спасибо. На самом деле, я не принимал решение быть мистиком. Я не принимал решение становиться грандмастером. Единственным моим решением было узнать, как вырваться из жестокого детства. Поэтому в возрасте 9 или 10 лет, вместо того, чтобы ходить в школу, я утром покидал дом со своей школьной сумкой и шел в общественную библиотеку. Я начал учить сам себя. Причина была в том, что надо мной издевались в школе, надо мной издевались на улицах, надо мной издевались дома. И к 9 или 10 годам я просто не мог понять, почему жизнь такая. Мне нужны были ответы, а ответов в школе не давали. Поэтому я решил взять свое образование в собственные руки. Так что к 11-12 годам я уже начал изучать психологию, духовность, оккультизм. Так одно привело к другому. И в итоге я начал изучать кунг-фу у китайского мастера. Он был мастером железной рубашки, железная ладонь в Австралии. Однажды он позвонил моим родителям, потому что я приходил на тренировки с синяками от отца. Однажды мой учитель позвонил отцу и спросил, можно ли мне переехать жить в его школе, с ним и его семьей. Мои родители просто сказали учителю, да забирайте его. Поэтому я, по сути, даже не пошел домой и не попрощался. Я просто ушел. Я ушел жить к своему учителю боевых искусств. Через 2 года... Мне сказали, что внутри я серьезно сломан духовно. И я никогда не смогу достичь того, чего хочу в этом состоянии. Учитель дал мне рекомендательное письмо и отправил меня в Гималаи, где я встретил Шерпу, и тот отвел меня в храм. Там я находился с 1974 года. В 1975 году в возрасте 14 или 15 лет меня посвятили в монахи. И там я пробыл до 1988 года. Потом произошло множество событий. Пришла китайская армия и начала нападать на монахов в моем монастыре. Меня пытали и несколько раз вешали. Вот с этого, по сути, все для меня и началось. Мне нужно было познать эти вещи. Если вкратце, то я провел почти 20 лет в Тибете, изучая глубокие духовные практики. И потом, как я уже сказал, в один прекрасный момент китайцы вошли в монастырь Чхон и убили 9 монахов, которые были со мной. Выжили 3. Я, мой учитель и еще один монах примерно моего возраста. Нас пытали около недели, а потом пришло британское консульство и нас спасло. Мой учитель тогда сказал мне, если это разрушит мой душевный покой, если я буду порождать в себе ненависть и мстительные мысли из-за того, что с нами произошло, то я зря потратил время в Гималаях, изучая дух. Поэтому, когда я выздоровел, и мне стало лучше, я поехал в Китай, в один из китайских монастырей на 5 лет, чтобы не иметь никаких дурных, мстительных чувств или гнева по отношению к китайцам, хотя у меня этого и не было. Но мне нужно было убедиться. Именно там я изучил кунг-фу, цигун и некоторые другие методы контроля сознания. Вот, собственно, и все. По прошествии 5 лет я вернулся в Австралию, открыл собственный монастырь и начал учить тому, что я постиг в Гималаях и Китае при своем собственном обучении. Это, собственно, все, что я сделал. Больше я ничем не занимался. И вот к чему все это привело. Вначале, когда вы начинаете познавать самого себя, вы думаете, что тело — это вы думаете, что ваш разум — это вы думаете, что ваши мысли — это вы. И вы начинаете исследовать эти вещи. То, что вы исследуете, — это я, которое имеет ограниченный срок существования. Материя может удерживаться вместе только определенное количество времени. В лучшем случае 100 лет, как человек. Получается, у вас ограниченное количество времени. И это влияет на ваши мыслительные процессы и на ответы на ваши собственные вопросы. И это лишь начало. Это то, что вы начинаете познавать как иллюзорное «я». Затем вы начинаете вникать в такие вещи, как магия, потому что хотите быть способным создавать бессмертие в этом мире. Если хотите жить дольше, быть сильнее, быть более особенным. Если вам не повезет, вы углубитесь в кроличьи норы магии и всех этих вещей. Далее вы осознаете, что ум, которым вы являетесь, находится внутри. И есть разница между тем, когда вы сидите в медитации и наблюдаете за своими мыслями, но не думаете. Вы являетесь тем высшим разумом, когда наблюдаете за своими мыслями. Ваши мысли перед вами, но что бы вы там ни делали, наблюдая за ними, это не мышление. Там нет мыслей, это просто чистое осознание. Поэтому, когда вы начинаете исследовать вновь обретенного себя, это совсем другое, потому что этот вновь обретенный вы — это чистое осознание того, что вы есть, но не физическое. Поэтому оно не может умереть, не может сгнить, не может исчезнуть. Его нельзя обнаружить, вы не можете его ни потрогать, ни увидеть, но вы являетесь им, осознавая все остальное. Поэтому, как только вы начинаете исследовать свое реальное «я», у вас появляется свобода познавать бессмертие, безвремение и так далее, и тому подобное. Думаю, я ответил на ваш вопрос. Да, спасибо большое. Второй вопрос будет о воздействии на расстояние. Будет интересно услышать, как это работает, поскольку мы видели, как вы делаете это. Но есть много информации о том, как люди могут развить это в себе. И ты понимаешь, что есть много лжи, иногда просто бреда. Поэтому было бы здорово услышать это от вас. Это классный вопрос. Спасибо. Да, есть много всякого бреда. Люди, которые говорят, что все это очень сложно, и это трудно изучить, и на это уходит много лет, лгут. Они просто пытаются создать бизнес для себя и стать особенными в глазах других. На самом деле все очень-очень просто. Если сесть и посмотреть на существующее положение вещей, что мы имеем, у нас есть Вселенная, полная материи, а в материи есть оживляющая сила, которая делает ее живой. Вот и все. Это то, что есть вы, это то, что есть я, это то, что есть кит, это то, что есть все. Это разум внутри материи. Очень-очень просто. Если не углубляться в данный момент, то это значит, что разум, тот чистый разум, которым вы были рождены, уже присутствует во всем. Поэтому, когда речь идет об удаленном влиянии, вы уже везде. Но наше образование создает иллюзию, что все мы — отдельные фрагменты одной жизни, и поэтому мы не связаны. Поскольку все верят в это и так думают, они не могут понять, как возможно экстрасенсорное восприятие, они не могут понять, как возможен телекинез. Ведь как вы можете это делать, если у вас нет связи с предметом? Именно это приводит к ослаблению духовных способностей людей. Как только вы поймете, осознаете и получите опыт, что разум, которым вы являетесь, находится во всех вещах, тогда это становится простым. Движение пальцем ничем не отличается от движения стакана с водой, бутылки или чего угодно. Например, вот так. Вселенная — это одно живое существо. И разум этого существа есть во всех вещах. Мы зовем это осознанностью. Вот почему вы можете влиять абсолютно на все. Вы уже являетесь всем. И как я уже говорил, происходит только две вещи. Есть эго и есть дух. Эго думает, что оно — это вы, и то, что вы сейчас думаете, — это оно. Дух — это то, чем вы являетесь, что осознает эти мысли. Вы осознаете, когда вы думаете, и осознаете, когда не думаете. Поэтому очевидно, что вы — это не ваши мысли. Вы знаете, когда вы думаете, и знаете, когда не думаете. Значит, знание не имеет ничего общего с мыслью. Так зачем вы вообще пользуетесь мыслями? Когда вы сидите на унитазе и испражняетесь, вы же не думаете об открытии сфинктера и о том, как вытолкнуть из себя кал. Вы думаете о работе, о вождении автомобиля или о чем-то еще. Никто не думает о том, что делает в момент, когда это делает. Таким образом, я подвожу к тому, что наши мысли — это проблема. Мы не нуждаемся в них для всего. Они нужны нам лишь для некоторых вещей. И, к сожалению, они выходят из-под контроля. Мы образованы. Мы думаем, что наши мысли и наши эмоции важнее, чем тайны Вселенной. Так что забудьте о Вселенной. Давайте сосредоточимся на себе. Таков статус-кво человечества. Люди не обращают внимания на высший разум. Люди игнорируют тот факт, что они находятся внутри, видят свои мысли, видят свои сны, видят свои эмоции, но не могут ничего с этим поделать. Это просто статус-кво, и это печально. Все, что вам нужно, это сесть, наблюдать свои мысли и ничего с этим не делать. Просто наблюдайте за ними, и вы увидите, как они создают религии, как они создают фальшь, как они создают духов и демонов, как они создают все, что разрушает вашу жизнь. Но чего вы не осознаете и не видите, так это то, что ваша жизнь контролируется всем, что невидимо. Я покажу на примере, что я имею в виду. Ваши родители до сих пор живы? Да? Ваша мать. У вас хорошие отношения? Позвольте задать вам вопрос. Есть в вашей жизни кто-то, кого вы сильно любите? Да? Каким образом вы знаете, что любите их? Потому что знаете. У вас нет картинок, которые показывают, что вы их любите. У вас нет мыслей, которые говорят вам, что вы их любите. Вы просто знаете, что любите этого человека. И это невидимо. Это вотчина мистика. У вас есть сила воли. Вы не можете ее видеть, она невидима, но вы пользуетесь ею каждый день. Это те невидимые вещи, которые создают вашу жизнь и сохраняют вас живым. Все, что составляет жизнь, есть внутри вас. Иначе вы не были бы живым. Поэтому нелепо искать ответы на эти вопросы в книгах, у гуру, учителей и людей, которых вы никогда не встречали в своей жизни. Искать ответы на эти вопросы, когда все, что делает жизнь явной, находится прямо у вас между ушами. Но это все невидимо. Ваша страсть невидима, ваше сострадание невидимо, ваша сила воли невидима, ваши потребности невидимы, ваши знания невидимы. А именно это и делает вас живыми и поддерживает вашу жизнь, хотя никто не обращает внимания на эти вещи. Вот, собственно, и все. Как только вы узнаете разницу, вам будет очень легко понять, в какую сторону двигаться в своих исследованиях тайн жизни. И когда вы прекратите думать, что отделены от всех вещей, когда вы увидите и покажете самим себе, что вы есть во всех вещах, то перемещение другого объекта ничем не будет отличаться от движения пальца. Почему вы можете двигать палец, не думая? Потому что вы не считаете его отделенным от себя. У вас нет мысли о том, что это нечто от вас отдельное. Вы просто им двигаете, потому что он часть вас. Когда вы смотрите на стакан, бутылку или другой предмет, который вы хотите передвинуть, все, что вам нужно, это избавиться от мыслительного процесса и опираться непосредственно на свое знание. Поэтому избавьтесь от посредников, избавьтесь от мыслительного процесса и просто исходите прямо из своего знания. Тогда вашей жизнью будет управлять дух. Тогда ваша жизнь не будет помечена или испорчена неправильным образованием. И тогда у вас будут все навыки, о которых вы говорите. Вот насколько это просто. В вашем ответе было также интересно, что вы говорили о воображении. Вы говорили о картинках, которые у нас в голове. Существует мнение, что люди, которые работают с воздействием на расстоянии, используют именно этот механизм. Да. Это так? Совершенно верно. Именно так люди могут проклинать друг друга и накладывать друг на друга порчу. Насколько это просто? К примеру, если маг, ведьма, колдун или черный маг хочет наложить на вас проклятие, все, что ему нужно сделать, это заронить мысль в вашу голову. Если вы в нее поверите, вы будете прокляты. Но человек, который вроде бы вас проклинает, на самом деле ни при чем. Вы делаете это сами, ему поверив. Если кто-то накладывает на вас проклятие, даже если это самая могущественная магическая группа в мире, если вы не верите собственным мыслям, вас невозможно тронуть. Все просто. Черная магия ничем не отличается от того, как реклама контролирует ваше сознание и как правительство контролирует ваше сознание через МК-Ультра, например. Это одно и то же. Вам просто вкладывают семя и заставляют в него поверить. Вот и все. Это тоже гипноз. Так что если вы чувствуете, что вас прокляли или сглазили, медитируйте, и вас не тронут. Наблюдайте, как ваши мысли расстраиваются, но вы сами не будете расстраиваться. Наблюдайте, как ваши мысли испытывают страх, но вы сами не будете испытывать страх. Это все равно, что просмотр фильма. Вы наблюдаете за своими мыслями и думаете: «Вот это да, мои мысли боятся? Как интересно». На этом все закончится. Еще когда вы испытываете страх, если у вас идут мысли страха и вы внимательно за ними понаблюдаете, вы увидите, что у вас есть и другие мысли, которые говорят вам, что это негативные мысли. Это закольцовка. Там внутри типа идет борьба. Это действительно так. Поэтому самое лучшее, что можно сделать, это отключить мыслительный процесс. Или если он работает против вас, прекратите с ним взаимодействовать, займитесь чем-то другим на некоторое время, и все уляжется. У нас есть минута, могу вам рассказать одну историю. Вы не против? Да, конечно. Скажите, если вы ее уже слышали, это о конфетти. Вот представьте, что комната, в которой вы сейчас находитесь, это внутреннее пространство вашего мозга. Эта комната, внутренняя часть вашего мозга, полна конфетти. Там миллионы, миллионы и миллионы кружочков конфетти. Каждый кружочек — это мысль. И вот сейчас у вас миллиарды мыслей, миллиарды конфетти в этой комнате. Если вы будете эмоционально двигаться по комнате, конфетти начнут разлетаться и заполнять ее. Через некоторое время вы уже не будете видеть ни стен, ни мебели. Вы забудете, какие красивые картины висели у вас на стене. В окна больше не проникает свет. И вы начинаете чувствовать себя немного слепым и растерянным. Вы будете спотыкаться о табуретки и стулья, потому что забыли, где они находятся. Вам одиноко. Вы не видите своих друзей, которые снаружи. В окно не проникает свет, и вы в ловушке. Психолог заставил бы вас туда зайти, собрать все синие кружочки и сложить их в аккуратную стопку, затем собрать красные кружочки и сложить их в другую аккуратную стопку. Это займет у вас 7 жизней, и ничего не получится. Итак, у вас в комнате полно конфетти, которые повсюду летают, и это сбивает с толку. Что делать? Вы находите дверную ручку, медленно выходите за дверь и идете выпить чашечку кофе. А когда вы вернетесь и медленно войдете в дверь, вы увидите, что все конфетти осели. Теперь вы можете видеть свою мебель, смотреть в окно, лицезреть свои стены и картины, и это замечательно. Теперь вы не растеряны, вам не одиноко, и вы снова чувствуете себя прекрасно. Теперь вы даже можете пользоваться своим телефоном, потому что можете его легко найти. А затем вы собираете все конфетти пылесосом и сжигаете их. Это и есть путь к просветлению, когда вы сожгли все эти конфетти. Допустим, сейчас в вашей голове полная неразбериха, полно конфетти, и вы думаете, что кто-то вас проклял. Давайте представим это гипотетически. Сделаем простое, короткое упражнение. Попробуйте сейчас при дыхании просто ощутить прохладный воздух, когда он касается ободка ваших ноздрей, и просто обратите внимание, насколько он прохладный. Не следите за тем, как ваш мозг пытается об этом думать. Ваши мысли будут пытаться притвориться вами в этот момент. А вы ощущаете, насколько прохладны те области, куда входит воздух. Когда он выходит, обратите внимание, что он теплый. Неважно почему, не думайте. Не останавливайте свои мысли, но пронаблюдайте, как ваши мысли об этом думают. Итак, прохладный воздух идет внутрь. Прочувствуйте это на мгновение. Мы сделаем это 3 раза. Теплый воздух выходит, прохладный воздух входит. Ощутите это всем своим сознанием. Еще раз. Просто ощутите прохладный воздух в ноздрях и выдохните. Теперь взгляните на свою голову. Она успокоилась, ваше сердце успокоилось, ваш разум успокоился, ваши мысли успокоились. Что вы только что сделали? Вы оттуда ушли. Вы вышли из комнаты на несколько секунд, и конфетти осели. Другой способ — это прочувствовать ручку. Потратьте 2 минуты и просто прочувствуйте ручку. Не смотрите на нее. Она прохладная, теплая, тяжелая. Есть ли на ней надписи? На ней есть острые царапины, если это старая ручка. Пока вы пальцами исследуете ручку, ваш разум успокоится. Почему? Потому что последние 2 минуты вы вниманием были на своих пальцах. Четки выполняют ту же роль. Здесь 108 бусин, я их не считаю. Но если бы у меня в голове была путаница, гнев и все, что в голове у современных людей, то можно просто прочувствовать бусинки. Берем бусинку. Она теплая, прохладная, на ней есть трещины, зазубрины или впадины. И переходим к следующей. К моменту, когда вы закончите, здесь уже ничего не будет происходить, потому что вас там не было 10 минут, вы были здесь. А это абсолютный контроль, это способность сказать: «Ладно, обезьяна, если ты не будешь себя хорошо вести, я оставлю тебя в одиночестве на 10 минут». Если у вас есть собака, вы прекрасно знаете, что животные ненавидят, когда их оставляют одних. Это и есть контроль. Если вы сможете делать хотя бы это, у вас будет счастливая жизнь до конца ваших дней, потому что если кто-то вас расстроит, для вас это не проблема. Вы знаете, что вы — это не ваши мысли, и вы знаете, что можете просто уйти, когда вам хочется, и мысли будут вести себя прилично. Следующий вопрос, конечно же, а кто же такой вы, который внутри и может это делать? Идите от мозга к пальцам. А затем на следующий уровень. Если вы хотите пойти дальше и не просто быть счастливым человеком, а постичь тайны Вселенной, научитесь выводить сознание из тела. Тогда вы сможете видеть все невидимое в реальности и все тайны мира. Там вы уже не даос и не мистик. Вы просто та жизнь, которая была изначально проявлена миллиарды лет назад. Теперь появляется осознание, что вы есть во всех вещах, что вы всегда в них были и будете в них вечно. Вы то, что обладает знанием обо всем когда-либо сущем. Поэтому вы знаете все еще до того, как подумали об этом. Вы знаете все вещи. Когда вы сможете отойти назад и начать познавать жизнь из того высшего разума, того осознания, которым вы были рождены, у вас будет связь со всем и доступ ко всем знаниям, которые когда-либо имелись, ко всей жизни, ко Вселенной. В тот момент вы увидите, что нет никаких проблем, кроме как в мире обезьян и людей. А этот мир находится между нашими ушами, и мы сами его создаем. За пределами этого жизнь необычайно проста и чудесна. Вот и все. Есть еще один часто задаваемый вопрос. Потому что люди много ищут в интернете, и знаете, в разговоре с вами у нас есть возможность разбить эти мифы. Да, хорошо. Удар на расстоянии. Знаете, есть несколько видео, когда люди находятся на большом расстоянии от человека, от его тела. И потом видно, как он получает удар. У этого феномена та же природа, что и у дистанционного воздействия. То есть здесь тот же самый принцип, что и при дистанционном лечении или различных магических методах, таких как проклятие, или здесь что-то другое. Это другое, это ци, то, что называют энергией ци. На самом деле у всего этого нет названия. Эта энергия сфокусирована. Перед этим мы говорили о том невидимом, которое ведет, контролирует и направляет вашу жизнь. Когда вы фокусируете сознание, начинает проявляться жизнь. Я говорю о вселенском сознании, когда жизнь фокусируется на том единственном, что существует, а это она сама. Она может начать работать и проявлять все и вся, что имеет отношение к этому фокусу и к тому я, на котором она фокусируется. Вернусь немного назад. Это любовь. Ци — это форма любви. Для многих людей это не будет понятно, поэтому я должен объяснить, что имею в виду. Так что же делает любовь? В человеческом мире, когда вы влюблены, вы не можете находиться в стороне от того, во что влюблены. Главное, к чему я веду, это то, что любовь притягательна, она притягивает. Это как гравитация, которая притягивает вещи друг к другу. Есть универсальная любовь, которая стягивает вместе пыль. Она притягивает друг к другу атомы. Она собирает вместе молекулы. Молекулы становятся пылью. Пыль начинает стягиваться и образует гравий. Гравий собирается вместе и образует камни. Камни притягиваются и образуют планеты. И так далее, и так далее. Такова любовь Вселенной. Она способна создавать планеты, звезды, людей, создавать твердые формы. Это и есть вселенская любовь. Теперь, когда вы фокусируете вселенскую любовь в луч, у вас появляется ци, или то, что мы называем ци. Вы можете толкать, тянуть, исцелять. Вы можете делать все, что угодно. Но если вы считаете свою ци особой магической силой, которую вы развили, вы никогда не сможете этого делать. В мире очень много так называемых мастеров ци, и ни один из них не делает того, что можно было бы делать при наличии этих сил. И все они в конечном итоге умирают от удара ножом или чего-то подобного. Собственно, вот что это такое. Ци — это сфокусированная форма любви. Она соединяет вас с тем, чем вы хотите манипулировать. Как только вы установили с чем-то связь, оно становится вами, и тогда вы можете с этим работать. Это все равно, что съесть яблоко. К примеру, если я сфокусирую свою ци и введу ее в вас, я таким образом установлю связь. Мы с вами будем в буквальном смысле соединены, как соединены я и мой палец. Так я смогу вас лечить точно так же, как я бы это делал своей рукой. Потому что я подключился, и это любовь. Все, что соединяет что-либо, это любовь, форма любви. Вот что такое ци. И следующий вопрос касается ваших ощущений. Очень интересно было бы узнать, как вы используете техники с энергией ци и другие техники. Чувствуете ли вы себя в это время по-другому, чем обычно? Или ощущение всегда одинаковое? Я ничего не чувствую. Как я уже говорил, это все равно, что делать так. Для этого не нужны эмоции и не нужен мыслительный процесс. Это настолько часть моей жизни, моего существования, в виде этого мясного мешка, в котором я нахожусь на данный момент, что идет немедленное выражение того, что я хочу выразить. Это молниеносно, как взрыв. Это мгновенно. Аналогичная история с использованием энергии ци и со всем, что бы вы ни делали. Это все равно, что у вас появляется своеобразное ощущение в животе. Оно слабо ощутимое, вы почти не обращаете на него внимания. Но как только у вас появляется это очень быстрое ощущение в животе, ваше тело знает, что вам нужно в туалет, и вы просто туда идете. Вы просто знаете, что делать. И у вас нет никаких эмоций на этот счет, разве что в случае неудобства сразу сходить в туалет. Но вы ничего не чувствуете, а просто делаете. То же самое с ци и со всеми прочими навыками, о которых вы говорите. Они должны стать нормой. Они и есть норма. То есть, если вы ими владеете, это значит, что они естественны. Нет чего-либо противоестественного. Природа производит все. Что-то может не работать, но это все равно естественно. В мире нет ничего, что пришло бы не от природы. Поэтому все естественно. И эти навыки естественны. Знаете, религиозные люди мне говорят, вы не боитесь, что делаете работу дьявола, и я вынужден отвечать. Но дьявол — это то, во что вы верите. Я тут ни при чем, так что нет. А другой ответ — меня создала жизнь. У меня абсолютная вера в жизнь. Если жизнь меня создала, и я способен что-то делать, значит, это хорошее занятие. Я не перестану этим заниматься из-за того, что кто-то верит в невидимого врага по имени Сатана или в невидимого друга по имени Иисус. Я не буду продолжать, потому что религиозные люди уже хотят побить меня за эти слова. Однако, религиозным людям нужно повзрослеть. Религия — это безумие. Однозначно. Итак, я хотел бы задать следующий вопрос. Вот если мы разделим людей на две категории, на тех, кто идет с единственной целью получить эти сверхъестественные навыки, такие как воздействие на расстояние, чтение мыслей и так далее, и есть другая категория, которая идет по пути самопознания, ищет просветление и тому подобное. Насколько я понимаю из того, что вы рассказываете, люди, которые идут по пути просветления, самопознания и саморазвития, получают эти навыки как бонус, потому что они этого не хотят. Это происходит само собой, потому что они понимают базовые вещи по поводу мыслей, материи, Вселенной, эго и тому подобное. А есть люди, которые, извините, мы сейчас живем в потребительском обществе, где люди все время хотят только получать и получать что-то. И вы также говорили, что мы хотим быть уникальными. Неважно как, но мы хотим быть уникальными, в том числе те, кто ищет магии. Могут ли такие люди получать эти способности дистанционного воздействия, чтения мыслей, исцеления на расстоянии? Или этот путь для них закрыт? По поводу людей, которые увлечены исключительно магией, хотят быть особенными и так далее, и тому подобное, все зависит от цели изучения магии. Если они хотят освоить магию, чтобы быть лучше других людей, быть особенными в глазах других, или просто иметь силу управлять другими людьми и контролировать вещи, если это их цель, то ничто не мешает им стать хорошими магами и овладеть магией. Но они не смогут достичь просветления. Это была бы аномалия. Дело в том, что для достижения или даже начала приближения к просветленному уму необходимо отойти от эго. А все, что связано с магией, основано на «хочу». Даже если вы думаете, что хотите исцелять других людей, это все равно эгоцентризм. А каждый человек в мире, который идет по своей собственной касательной, просто хочет, 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 получает, 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 они не в гармонии с самой жизнью. Поэтому жизнь никогда не будет иметь смысла для этих людей. Никогда. Рано или поздно они начинают стремиться к лучшей жизни, стремиться узнать больше. Тогда они начинают придумывать богов, религии и тому подобное. И, конечно, если бы хоть что-то из этого было правдой и работало, то наша планета была бы сейчас раем. Но это не так. Почему? Потому что все это ни черта не работает. Извините за сквернословие, но это так. Итак, когда вы начинаете идти в магию и подобного рода вещи, чтобы быть особенным, если повезет, у вас может появиться осознание, что внутри изначального вас есть и вот это другое, нечто. Если вы достаточно сильны, вы начинаете перепрограммировать свою обезьяну, чтобы она с радостью отдавала себя высшей цели. Если вы сможете достичь этого в магии, вы сможете позже достигнуть просветления. Но лишь немногим это удается. Люди попадают в кроличьи норы магии и думают: «Оу, супер!» Потом такой человек предпочитает считать чудом свой магический опыт, а не пребывание в покое, просветлении и счастье. Такие уж мы обезьяны. Вообще, это странно. Так что да, есть магия и есть мистицизм. Магия — это мистицизм низшего ума. Просветление — это мистицизм высшего разума. И у нас у всех есть оба эти потенциала. Могу объяснить это так. Подумайте о 5 самых злых людях на планете. Чикатило, Гитлер, Даммер. Выберите несколько ужасных людей, посадите их вместе в одну комнату и попросите медитировать на свои ноздри в течение нескольких мгновений, пока все их программы не успокоятся. В этот момент у них у всех будет абсолютно одинаковый разум. Он чистый, первозданный и божественный. Никакой ненависти, никакого страха, никакого расизма, никакой войны, ничего. Все они будут замечательными людьми, пока их мысли не вернутся обратно. А потом они станут Чикатило, Гитлером и так далее. То есть людьми, в которых превратились их программы. Таким образом, все начинают с просветленного ума. Но как только общество берет верх над образованием, с просветленным умом покончено. Если повезет, вы можете вернуться к этому позже в жизни и начать перестраиваться. Тем самым я хочу сказать, что состояние человека таково. Вы рождаетесь. Природа производит прекрасную, нетронутую, чистую голову, полную осознанности, радости и счастья. Радость и счастье — это не что-то приобретенное. Это то, что остается, когда вы убираете все остальное. Это просто радость и счастье. Это состояние человеческого ума по умолчанию. Но потом мы покрываем его разнообразным дерьмом. И вот если вы мастер магии, вы не сможете воспроизвести просветление. Но если вы просветленное человеческое существо, вы можете творить любую магию. Но вы не будете этого делать, потому что это бессмысленно. Достаточно того, что вначале вы могли создавать планеты, солнце, звезды. А это и есть магия. У вас было достаточно магии, чтобы познать то чудо, которым вы сейчас являетесь. А это все, что вам нужно. Хотя все силы у вас есть, если они вам нужны. Если к вам кто-то придет в страданиях, вы за секунду можете остановить его страдания. Всего за секунду. Одним лишь словом. Вам не нужны никакие процедуры, и не нужно заставлять людей приходить несколько раз. Вам не нужно давать им лекарства. Если вы знаете, что делаете, вы просто проникаете в их разум. Вы отделяете их от их эго всего лишь на мгновение, и этого опыта достаточно для исцеления человека. Это называется плацебо. Плацебо — это единственное исцеление. Если я дам вам таблетку сахара и смогу убедить вас, что эта таблетка вас вылечит, она вас вылечит. Но я этого не делаю, и таблетка этого не делает. Это делаете вы. Все в человеке. Поэтому, если вы хотите контролировать людей, вы контролируете их мыслительный процесс. Вот и все. Вне этого вы не можете никого контролировать. Это создание эффекта плацебо через ассоциации. Давайте я вам покажу, как работает магия. И если вы заболеете, вы себе скажете: «Я пойду к врачу и вылечусь». Только что вы запустили эффект плацебо. Вы только что произнесли заклинание, которое, если через него работать, приведет к положительному результату. «Я болен, я пойду к врачу и выздоровлю». Это внушение, гипнотическое внушение. Вы идете к врачу, это первая часть ритуала. Успешно, идете к врачу. Врач скажет: «Да, я могу вас вылечить». Это моральная поддержка, поддержка клиента. Врачи говорят: «Да, вы правы, мы можем это вылечить». Я дам вам магическую бумажку с написанными волшебными каракулями, рецепт. Доктор дает вам это, вы берете, и он говорит: «Теперь отнесите это шаману». Вы несете это к фармацевту или аптекарю, как бы у вас это ни называли. И ведьма за прилавком дает вам специальное средство. Возможно, это просто сахар. Но они дадут вам его, и, уходя, вы скажете: «Спасибо, это меня вылечит». Вы только что создали магическое воздействие на себя самого. Вы только что создали эффект плацебо. Так работает вся магия, через ассоциации. Вы ассоциируете врача с чем-то конкретным. Если у вас очень серьезная проблема с психикой, вы идете к психиатру, а когда входите в кабинет, там сидит какой-то хиппи с грязными босыми ногами на столе. От него пахнет марихуаной и всем остальным. У вас не будет достаточного доверия к нему, чтобы он смог вас вылечить, потому что нет соответствующих ассоциаций. У него нет большого дорогого стола, он не выглядит как очень умный человек. Не похоже, чтобы у него был абсолютный контроль над жизнью. Поэтому у вас нет ассоциаций, которые создадут у вас эффект плацебо. Психиатр должен выглядеть соответствующим образом. Понимаете, все мы знаем, что это по сути НЛП. НЛП — это создание магии, магический ритуал, это набор ассоциаций, которые должны логически привести к определенному результату. Если вы верите в систему этих ассоциаций, это и есть магия. Допустим, вы абсолютно верите мне и в меня, и я вам скажу: возьмите 2 капли молока, добавьте немного сахара, затем возьмите этот лист с этого конкретного дерева, положите его туда, смешайте и подержите под языком 14 минут. После первых 5 минут станет очень трудно и тяжело. Но если вы сможете продержаться 14 минут, в конце вы получите исцеление. Если вы верите, для вас это сработает, потому что у вас есть вера в это средство и в меня. Но исцеляете вы себя сами. Я тут вообще ни при чем. Вы просто собрали эти ассоциации вместе. Мне нужно только убедить вас, что я вас исцеляю. И тогда вы исцелитесь сами. На самом деле я не могу исцелять. Многие исцеления, которые я провожу в миру, называются исцелением любовью. Если вы видите кого-то больного раком, и он страдает, в вашем сердце такое сильное чувство, что вы предпочли бы иметь рак, нежели видеть, как этот человек страдает. Так вы можете забрать у него болезнь, и он немедленно исцелится, а затем вы сможете пойти и справиться с раком сами, потому что он будет в вас. Я делал это несколько раз. Буквально 3-4 дня назад я избавился от рака, который получил от другого человека. Около 10 лет назад у меня был рак в обоих легких, который я забрал у кого-то в Квинсленде, в Австралии. Мне понадобилось 40 дней, чтобы избавиться от этого в себе с помощью медитации. Это не то, что что-то забирается. Я делаю это так. Я ложусь и усыпляю свое тело, но держу разум вовне, а затем, используя мысли, это сторона мастерства. Вы представляете, что спускаетесь себе в горло, затем легкие, а потом надеваете рабочую каску. Знаете, такие белые каски, которые выдают, когда вы идете на стройку? Вот надеваю такую каску, беру зубило, молоток и фонарь, как у шахтера. Затем я захожу в свои легкие и начинаю откалывать все черные кусочки с внутренней стороны легких. Потом беру шланг высокого давления и чищу легкие изнутри, пока они не станут красивыми и розовыми. Я делаю это каждую ночь, в течение 40 ночей, и после 40 ночей абсолютно никакого рака. Так это делается. Мозг разговаривает картинками. Если я скажу вам, какого цвета стены в вашей комнате, вы не видите слова «мои стены белые». Вы просто видите белую стену. Вам нужно перевести эту картинку в некие звуки, которые я смогу понять. И тогда я превращу ваши звуки в картинку для себя. Так мы разговариваем. Мы делаем это постоянно. Не знаю, как, черт возьми, я ко всему этому пришел, но это магия, это мистика, в этом разница. А отвечая на ваш вопрос, очень-очень редко можно прийти к просветлению через магию. Это другой процесс. Магия — это сила обезьяны. Просветление . При нем вы больше не захотите прикасаться к магии, но вы будете знать, как и почему она работает, и вы ее распознаете, когда она будет происходить. Но есть очень-очень много способов. Поняв магию и поднявшись над магией, у вас появится абсолютная способность ее уничтожать или с ней работать. Если кто-то захочет, к примеру, применить к вам магию, если только вы не решите позволить ему это сделать, он не сможет. С вами ничего не случится. Достигнув просветленного ума, вы не пользуетесь мыслительным процессом очень часто. Это как электродрель. Вы не пользуетесь электродрелью, чтобы сходить в туалет. Вы не пользуетесь электродрелью для приготовления пищи. Вы не пользуетесь электродрелью, чтобы сделать прическу. Вы достаете электродрель только тогда, когда хотите просверлить отверстие, а потом ее убираете. Аналогичная история с мыслительным процессом. Как мы обсудили ранее, мы редко им пользуемся в дне. Мы всегда думаем о чем-то другом. Делая что-то, мы никогда не думаем о том, что делаем. Так что мышлением не нужно пользоваться, оно просто есть для некоторых вещей. Но где-то в процессе эволюции что-то пошло не так, мы сбились с пути, ум захватил нашу жизнь, и мы должны вернуть себе эту жизнь. Тогда мир не будет таким, какой он есть. Мир такой, какой он есть, потому что мы используем низший обезьяний ум, который способен ненавидеть, убивать, быть жестоким и делать все, что нравится обезьянам. Как только вы обретете контроль над мыслительным процессом, мир перестанет быть таким, какой он есть. Потому что мир такой, какой он есть, потому что мы позволяем обезьяньему уму управлять миром. Сколько просветленных людей в наших правительствах? Ни одного. Сколько просветленных людей среди врачей? Ни одного. Сколько просветленных людей среди юристов? Понимаете, что я имею в виду? Заблуждение. Мы настолько заблуждаемся, что стали цивилизованными обезьянами. И если бы мы были цивилизованными, нам бы не нужна была полиция, не нужны были бы армии и военно-воздушные силы, нам даже не нужны были бы бухгалтера, потому что мы все были бы честными. Но мы не цивилизованные, поэтому нам нужны армии, нужны полицейские, нужны адвокаты и тюрьмы. Потому что мы не цивилизованы, хотя мы думаем, что мы цивилизованы, и поэтому управляем миром из рук вон плохо. И людям легко говорить: «О, вам нормально, вы там сидите, поете мантру Ом, медитируете, и мир для вас прекрасен, а как же страдания и остальной мир?» Но мы уже говорили об этом 5 минут назад. Если бы все медитировали по 5 минут в день, все в мире, абсолютно, мир бы настолько изменился, потому что в течение этих 5 минут ни одна голова, ни один мозг на планете не думал бы о войне, изнасиловании, воровстве или причинении вреда другому человеку. На планете не было бы ни одной мысли подобного рода, если бы каждый человек каждый день в одно и то же время садился и просто медитировал в течение 5 минут. Это изменило бы мир. Расскажите еще, пожалуйста, это последний вопрос на сегодня. Многие люди рассказывают такие истории, что когда кто-то исцелял их на расстоянии, или вот когда вы видите на видео, как кто-то двигает руками возле тела или что-то в этом роде, люди, которые исцелились, говорят: «Я чувствую, как внутри меня что-то движется. Было очень тепло». Другие говорят: «Было холодно. Я просто чувствовал руку, которая давила мне на сердце или на живот». Вот не знаю, корректно ли задавать подобный вопрос. Такое на самом деле возможно, или это воображение людей? Это тоже эффект плацебо или что-то подобное? И то, и другое. Есть люди, которые могут это делать, и это достаточно легко делается. Но позвольте мне немного вернуться назад, как вверху, так и внизу. Если я попрошу вас подумать о кончике большого пальца ноги и немного придавить большой палец к полу, неважно какой ноги, просто немного вдавите большой палец в пол. Что сейчас произошло? Меньше чем за миллисекунду вы можете переместиться отсюда, где вы воспроизводите звуки, сразу, без потери времени, на свой большой палец ноги, просто мгновенно. Здесь не нужны никакие мысли, и это ничем не отличается от этого движения. Как вверху, так и внизу. Только что нечто произошло в микроразуме, которым вы являетесь. В макроразуме, частью которого являемся мы все, все происходит точно так же. А сознание может перемещаться из одной галактики в другую за миллисекунду. Если говорить об этом с научной точки зрения, то по сути мы сейчас говорим о квантовой запутанности. Таким образом, ваше сознание уже везде. Если вы достаточно поработали над собой, и ваше эго больше не имеет никакого отношения к вашей жизни, и если вы всегда погружены в жизнь своего высшего разума и больше не используете мыслительный процесс, вы можете войти в чужой ум так же быстро, как в свой большой палец на ноге прямо сейчас. Неважно, где человек находится, потому что есть квантовая запутанность и тот факт, что вы как разум уже находитесь везде. Это очень просто, это не проблема. Когда речь идет об исцелении на нижнем уровне, людям хотелось бы думать, что они делают то, что я только что описал, но они этого не делают. Они используют плацебо, хотя сами не понимают, что используют плацебо. Так что есть и то, и другое. Я использую магию, я просто использую ваши собственные ассоциации и способности плацебо на одном уровне. Если бы я хотел делать это на другом уровне, я бы сделал это по-другому. Просто остановил бы свой мыслительный процесс, вышел из тела и сосредоточился на ваших координатах, вашем местонахождении. Затем я бы начал думать в вашей голове, а не в своей собственной. Вот так это работает. Но знаете, простое не получается продавать. Если человек хочет быть особенным, то чем больше он вас убеждает в том, что все очень сложно, тем более особенным он выглядит. Практикам. В этом и проблема с подобными навыками. Как только эго овладевает этими навыками, начинается мерзость. Это почти стыдно. Иногда мне противно быть человеком из-за того, что делают люди от своего эго. И если бы я полетел на межгалактическую встречу с инопланетянами всей Вселенной, я бы не сказал им, что я с Земли, я бы солгал, сказав: «Нет-нет-нет, я не оттуда». Конечно, нет. Но как бы там ни было, люди есть люди. Сейчас мы находимся на забавном уровне развития. Мы отстали примерно на 2000 лет из-за религии. Если бы не религия, мы бы не занимались аутсорсингом, мы бы начали познавать и использовать свои собственные силы. Если бы не религия, думаю, мы бы сейчас все говорили телепатически. Мы бы не воззверялись друг на друга, как обезьяны. Но это, как говорится, не с нашим счастьем. Да, большое спасибо вам за беседу. Знаете, столько интересной информации, просто потрясающе, действительно. Потрясающе. Замечательно. Я очень рад. Более чем уверен, что информация, которую вы нам сегодня рассказали, поможет многим людям понять, как это работает, понять природу этих вещей. И я думаю, эта информация может разрушить множество иллюзий. Это расстроит многих мошенников, могу вам точно сказать. Но кто-то должен это озвучивать. Да, конечно, правильно. Абсолютно верно. Думаю, то, что вы делаете, ребята, это просто замечательно для человечества. И я очень-очень вам благодарен за то, что вы делаете. Это относится ко всему вашему коллективу, где бы вы ни находились в мире. Благословляю вас и полностью поддерживаю, однозначно. И я с удовольствием поработаю с вами в дальнейшем, если это когда-нибудь случится. Спасибо. Будем оставаться на связи.